Хотели как лучше, а получилось как всегда. Одесские коммунальщики еще 2 недели будут очищать улицы города от песка, с помощью которого боролись со снегопадами. Также в мэрии заявили, что следующей зимой они планируют изменить способ поддержки проезжей части в надлежащем виде, без использования песчано-соляных смесей. Что именно это будет, чиновники не уточнили, но в планах использовать новые ингредиенты для посыпки тротуаров и дорог. Напомню, что городская власть анонсировала большой ямочный ремонт стоимостью 100 миллионов гривен. Закончившаяся зима оказалась не очень дружелюбна городским дорогам.